Приветствую, друзья! Если вы, узнав о потрясающих перспективах человека, перешедшего на сыроедение, сделали свой выбор в его пользу, и это без сомнений будет одним из самых значимых и правильных решений вашей жизни, то я расскажу сегодня вам о самых первых и главных шагах по переходу на сыроедение на основании моего опыта участия во множестве переходов других людей. Так как переход на сыроедение – это глобальный процесс, который затронет все сферы вашей жизни, подготовиться к нему нужно основательно и конкретно, дабы он стал успешным. Это очень-очень серьезно и это очень важно. Если вы будете подходить к этому как к новой моде или новой диете, долго вы на нем не задержитесь, и эффектов его так и не ощутите. И тому сотни примеров. Итак, как же нужно поступать правильно? Шаг, или точнее признак первый, говорящий о ваших отличных перспективах – сыроедение. У вас должно быть чувство, когда вы читаете об этом. Это мое, вот оно, то, что я искал. У меня было то же самое. Это чувство должно присутствовать у вас. Это очень хороший сигнал. Шаг второй. Выпишите все те поистине потрясающие преимущества, которые вы получите при переходе на сыроедение. Как то, навсегда забудете про походы в больницы и врачей. Обретете потрясающую работоспособность и энергичность. Полностью восстановите свое здоровье, ваш идеальный природный вес и фигуру. И будете до конца жизни встречать новых внуков и правнуков, и праправнуков даже, в полном здравии и бодрости, и обойдете конкурентов во всем, что для кого важно, потому что тягаться с сыроедом очень сложно. Выберите каждый свое. Помните, что сыроедение практически гарантирует это при правильном подходе и переходе. Если потом у вас возникнет соблазн зарубать какую-нибудь пиццу, например, то достав эту запись, которую всегда носите с собой, вы прочитаете то, что вы потеряете, превратившись в нечто болеющее, сидящее на таблетках, и некрасивое, недееспособное, и у вас мгновенно пропадет желание поменять свои радужные перспективы на унылую, гарантированную реальность перспектив всеядного персонажа. Шаг третий. Двигайтесь в направлении к сыроедению постепенно, не делая резких движений. Как показывает практика, резкие изменения наши тела и организмы не любят. Если при таком переходе у вас произойдет резкий рывок, то потом ваш организм просто заблокирует ваши действия, и желание сделать что-либо полностью исчезнет. Поэтому самый верный способ перейти на сыроедение – это двигаться медленно, но верно, и со вкусом, а также желанием и готовностью самого вашего организма помогать вам в этом. И это, как показывает статистика успешных сыроедов, самый верный путь, который принесет вам успех в этом деле. Если хотите больше видео по теме эффективного сыроедения, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. На сегодня это все. Все самое интересное у нас впереди. Получайте информацию о сыроедении только и исключительно из первых рук. До скорого!